Небольшое 5-минутное видео, друзья, которое, я думаю, будет полезно многим, потому что данная проблема на айфонах 4S, на четвертых айфонах встречается довольно часто. Не работают кнопки звука, видите, точнее, они реагируют. Наведем резкость. Они реагируют, видите, но нет дорожки звуковой, то есть невозможно ни прибавить, ни уменьшить звук. Вот. То же самое происходит, когда мы видео включаем, там, допустим, где-нибудь на YouTube или просто записанные видео. Видите, да, невозможно отрегулировать звук. Начинают менять всяческие шлейфы, динамики. Проблема не в этом. Проблема совсем простая. Снимаем крышку. Снимаем серийник, под которым находится разъем шлейфа нижнего модуля вот этого. Соединяем. Набираем код. Видите, сразу все появилось. Появился звук, то есть можно заменить шлейф гнезда зарядки, и все встанет на свои места. Показываю, как он меняется тому, кто еще не умеет это делать. Отгиная, мне обязательно снимать нижний модуль. На нижних болтиках, которые винтика, который держит непосредственно сам шлейф. Очень мелкие. Прокладку вот эту треугольную не забудьте. Отключаем кнопку Home. Вытаскиваем микрофон. Достаем. Шлейф. Переставляем резинку микрофона на новый. Убираем пластики защитные. Разъем кнопки. И вставляем обратно. Резинку микрофона засовываем в отверстие. Разъем кнопки Home. Застегиваем. Модуль с динамиком вставляем на место. Забыл прикрутить два винта мелких.
получается двумя одинаковыми винтами подлиннее. Все, ставим серийник на место. Болты серийника тоже не перепутайте, они разные. Ну, в принципе, еще появился звук. Так, практически за 5 минут решили проблему. Закручиваем крышку. Данные шлейфа 4-го iPhone 4S очень дешевые. Не знаю, они там у нас стоят порядка 2-3 евро. Поэтому вполне можете заменить, заказать, заменить сами за копейки. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня.